Владимир Путин наградил орденами мужества 20 дагестанских полицейских, 15 из них посмертно. Долгая и дорогая дорога к свободе. Чартер из Лондона до Австрии обошелся в 520 тысяч долларов. Кто покроет расходы? И Геннадию Зюганову, бессменному лидеру КПРФ, сегодня 80. На телеканале «Россия Вести» в студии Ирина Росиус. Здравствуйте. И сначала в Москве этим утром встретили 90 наших военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Их возвращение стало результатом сложного переговорного процесса при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Киев взамен получил столько же военнопленных ВСУ. Репортаж Айнура Валиахметова. Лучи июньского солнца только начинали озарять аэродром, когда в небе появилось